На Белшине пополнение. Там выпустили новые грузовые шины. Линейка Эскартера Сноу пополнилась зимним вариантом. Изделия, предназначенные для автомобилей типа МАЗ и грузовых машин аналогичного класса, выпущены в двух размерах. Разработка позволит снизить затраты на топливо. Шины созданы с применением последних технологий и имеют специальную маркировку «Альпийская горка». На каждой изображена снежинка на фоне трехпиковой горы. Символ является евростандартом и означает, изделие прошло все испытания. Дороги в заснеженном и обледенелом состоянии для водителей, чьи авто будут обуты в такую резину, теперь не преграда. Самое главное в шинах для перевозок, для грузоперевозок, это коэффициент сопротивления качения. Это самое основное требование, то есть снижение затрат на перевозки. И сейчас направление нашей работы именно в проектировании ЦМК шин – это снижение КСК. В ближайшее время новинку планируют поставить на поток. На предприятии надеются, модель быстро найдет своего покупателя.